are delighted today to celebrate the elevation to captain of 10 young men. Of course, the program is open to young men and, of course, young women. We have some ladies also flying with us who've come through the program. And we encourage as many people as possible who are motivated. Первую группу мы отправили в 2009 году. На сегодняшний момент у нас договор с двумя летными школами FTE в Испании и АВТО в Ирландии. Отправляем 24 кадета в год в связи с расширением флота. Планируем до 40 кадетов отправлять на обучение в течение одного года. Біз барлық талантты жастарды, ер адамдарды, әйелдерді осы бағдарламаға қатысуларын сұраймын. Бұл бәріне де қол жетімді. Барлық ақпаратты сіздер job.airastana.com сайтынан біле аласыздар. Я закончил программу Бенишу 9 лет назад, в 2009 году. Учился во Флориде, в Соединенных Штатах Америки. Там уже закончили полностью обучение на ATPL международный. После этого по возвращению проходили обучение в Ирландии, это Multi-Crew Cooperation курс был. И на тип воздушного судна мы обучались уже в Амстердаме. В принципе, все это обучение заняло примерно полтора года. После этого в течение 7 лет летал в качестве второго пилота. Год назад прошел весь отбор на командира воздушного судна. Я испытываю серьезную гордость за их труд. Сколько у них за спиной пассажиров, ответственность большую. И сейчас вот по прошествии времени смотрю на его семью, у него двое детей, и вижу, что он ответственнее стал, целеустремленнее стал, у него какие-то новые позиции появились, много друзей появилось. Я этому очень рад. Всем родителям Казахстан советую. Это очень благородная, достойная профессия, которая нужна нам.